В Украине наблюдается распространение вируса под названием коронавирус и введен всеукраинский карантин. В рамках этого городским головой, в рамках работы комиссии по чрезвычайным ситуациям, также введен карантин на территории города Одессы и введены ряд ограничительных мероприятий, в частности, закрыты многие учреждения. Однако Центр предоставления административных услуг Одесского городского совета продолжает свою работу для того, чтобы наши посетители и сотрудники были максимально защищены от заражения, рисков заражения. Нами с сегодняшнего дня, то есть с понедельника, введен масочный режим, так называемый. Это значит, что все наши сотрудники работают в масках или в других индивидуальных средствах защиты, и посетителей мы тоже призываем приходить на прием и находиться в общественных местах и в общественном транспорте исключительно в масках. Это защитит и здоровье окружающих, и самого одессита, который будет маской пользоваться. Рассчитываем на понимание одесситов.